Так вот оно какое домашнее обучение. Я не понял, а чё, так можно было? Нахрена тогда люди в школу вообще ходили? И сейчас ходят. Это почти будущее, почти что аватар. А бабёха, смотрите, сзади. Сидит и зубы чистит, видимо, она опаздывала. Сейчас ещё достанет шампунь, будет голову мыть. На вас гавкнуть или сами убежите? Представьте, что это такая порода собак, у нее всего две ноги. Ну как бы такой шарик, и из него две ноги торчит, всё. Как бы взад продолжения туловища нету. Собрать портфель, собрать рюкзак, собрать пакет, собрать карман, собрать руку, ладошку. Мой класс сегодня? Как читать? Как писать? Что такое буквы? Макс пишет. А вы на третьем курсе института. Мастер маскировки. Так, найдите кота на фото. Ладно, это слишком легко. Но блин, кот прикольно слился с телеком. Стучать не учили? Говорит киса. И ты такой, ой, простите, простите. Выходишь так, кланяясь, извините. Так вот, что значит напрягать извилины. У чувака мозг проступил. Когда родители просят скинуть фото твоих оценок. Ты такой, блин, просто у меня телефон плохой. Вот вы, родители, мне не покупаете нормальный телефон. Поэтому я не могу вам скинуть нормальные фото. Купите мне iPhone 10. Утро 3 сентября. Но, к счастью, оно уже прошло. И все в порядке сейчас, наверное. Но это не точно. У каждого в классе есть такой человек. Извините, а как же домашнее задание? И тут такая красная точечка от лазера ползет снизу вверх по его телу и останавливается, покачиваясь на его лбу. Через пару секунд раздается выстрел, и мозги разлетаются на других учеников. А нехрен такое спрашивать. Попробуй повтори. О боже, я же забыл поздороваться. Что, я продолжаю мем это рассказывать. Всем привет, друзья, меня зовут Макс, и в этом ролике у нас с вами будут, как вы поняли, мемы. Да, попробуйте повторите. Кто-то пишет, до меня только после пятой попытки дошло. Короче, попробуйте повторите. В начале учебного года, в конце учебного года. Посмотрите, справа у Томаса усы. Первый класс, 11 класс. Кто-то пишет, вот 11 класс, пакет, пятерочка. Ну, допустим, ку-ку. Настроение Даня. Что тебя пугает больше всего? Оборотни, говорит Павлик. Что тебя пугает больше всего? Акулы, говорит Сати. Что тебя пугает больше всего? Неумолимый марш времени, медленно ведущий всех нас к неминуемой гибели, говорит Даня. Что тебя пугает больше всего? Даня, говорит Люся. Да, тут Даня реально стрёмный. Кран простудился. О боже, какая сложная шутка. Ладно, ладно, на самом деле не сложная, средняя. А, друзья мои, ставьте лайк, кто понял, в чем прикол. Новое любимое занятие. Выцарапывать пугающие вещи на бананах в магазине, чтобы когда люди проносили их домой спустя несколько часов, эти слова проявлялись, и они думали, будто призраки знают их тайны. Ярослав пишет. Единственная причина, по которой люди устраиваются работать в магазине. Коля, ты Вася. Ничего себе. Мы думали, что Коля это Коля, а он оказывается Вася. Зачем я вообще сюда хожу? Лучше бы дома сидел и катал. Стал бы киберспортсменом, зарабатывал бы миллионы. Да, конечно, конечно. Людей, кто играют во всякие игры, миллиарды, а чемпионы только один, ну, единицы. Не получится. Не так все просто. Когда мама без тебя купила вещь, которая тебе не нравится, и носить ты ее не хочешь. Кто-то пишет, показала этот мем маме. Ей он почему-то не понравился. Загадка. Сидит в ВК и никому нафиг не нужен. Нет, вы не угадали, мы не в ВК, мы на Ютубе. Бе-бе-бе. А наболевшем? Вакансии такие смешные. Высшее очное образование, опыт работы не менее 5 лет, разговорный английский, испанский, эльфийский, развитые коммуникативные навыки. Но платить мы вам будем 20 тысяч рублей. Хочется сказать, идите в жопу с такими зарплатами. 140-летняя мать с 5-дневным сыном. Кто-то пишет, пожила для себя, можно и детей заводить. Когда прозвенел звонок с последнего урока. Представьте, что они не прыгают, а просто в такой позе летят. Анёла. Ну ок. Анёлка. Жительница Индии родила первенца в 72 года. Пожила для себя, можно и рожать. Алена пишет, 13-летние мамки подавились пивом. Черепаха все равно круче, черепаха в 140 родила. 6 уроков, 7 уроков. 7 уроков и классный час. Когда начала мыть ложку и случайно повернула не той стороной. Вот это жизненная ситуация, просто капец. Вообще ложки лучше не мыть. Так, не один десяток людей утонули. Есть девушки, которые оценят букетик? Кто-то пишет. Есть мужчины, которые оценят это. Да это же букет из шаурмы, господи, это самое прекрасное, что может быть во вселенной. А твой мэрс так может? Смотрите, слева написано «Кафе Арарат». Это имеется в виду Запорожец, это как бы кафе. Там приходишь, садишься в Запорожец, тебе готовят. И прям туда заносят. Прикольно. Ну, в смысле, не прикольно. Каждое утро. А может, ну ее нахрен, эту первую пару. Посплю еще часочек и потянусь ко второй. Блин, да я так проучился. Все года. Отключили интернет на час. Теперь можно продавать куличики.
тот момент, когда в третий день учебы училка сказала, что завтра будет контрольная. Я помню, у нас была фотограмметрия. Первая пара фотограмметрии. Мы не знали, что это такое. И нам училка после первой пары за 10 минут до конца говорит: достаем листочки, пишем контрольную. Контрольную по тому материалу, который только что нам рассказывала. Все получили параши. Когда забыл взять с собой телефон и создал произведение искусства. Случайно. Просто локтем бумагу так задел, она раз и... Ладно, что я несу? Когда решил искупаться в русской речке, Никита пишет: слишком голубая, наши речки коричневые. Показалось, взлет невесты. Что может быть хуже, чем доучиться до последнего курса и понять, что тебе не нравится выбранная профессия? Ольга пишет: получить диплом и понять, что не можешь работать по профессии. Ну это как бы нормально, я так блогером стал. Я понял, что я не могу работать по профессии. И тут понял, что снимать видео и писать книжки мне гораздо интереснее. Знакомьтесь, это я в старости. Чувак, счастливая у тебя старость, я бы тоже такую хотел. Тот момент, когда пятиклассник говорит, что ему очень сложно учиться, говорит шестикласснику. Бабушка Эдишн. Слушайте, а прикольные. По дому ходить зимой, кайфово. Реально, я бы такие себе приобрел. Дернули бы? А тебе представьте. Достаем мы ножницы из кармана. Чик, все, нет волос. Нет парня, нет проблем. Кто-то пишет: ага, у парня. Зато не в кредит. Кто-то пишет: гараж не нужен, с парковкой нет проблем. Карман сложил или сверху ручку приделал, все, и понес домой. А еще лучше можно не брать ипотеку, не брать автокредит, а просто жить в ней. Красиво жить не запретишь. Он там что, еще и с детьми купается? Судя по динозаврику и по розовенькому кругу. Ну вряд ли это его атрибуты. Угадай животное, кто-то пишет. Уши большие, видно, это заяц. Полосы, тигр. Нет, если есть полосы, это шмель или оса. Вы тоже видите сову? Гигантскую, висящую на проводах сову. Нет, сова пропустила через свои уши провод. Наушники в форме пули. Хотели бы такие? Кто-то пишет. Звук, наверное, убийственный. Ну, типа, убийственный, да. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Куда я попал? Это параллельная вселенная, где вместо людей живут собаки. Сдохни, кто-то пишет. Я прочитал с днюхой. Блин, капец я оптимист. Мой папа ужасный повар. Кто-то пишет. Мой батя, чтобы не готовил, сюда получается самогон. То есть твой батя берет, например, огурец или капусту, начинает резать капусту, и у него получается самогон. Прям после ножа выливается, отскакивает стопки самогона, бутылки, просто он льется самогон. Или как? Граф Мрякула. Еще один. У нас был похожий. Бесит, когда мужики говорят, что хотят сына, потому что им нужен наследник. Фиг ли там у тебя наследовать? Кредиты твои? Ну, почему кредиты? Ипотеку еще. Не надо стесняться. Это туалет во время ЕГЭ. Осень, время контрастов. Так, как вы думаете, на улице тепло или холодно? Заказал кроссовки из Китая. Может быть, это такой новый стиль, дизайн, модель новая. Ну, у китайцев свое представление о прекрасном. Утром в общественном транспорте. Эх, это не каждый поймет. Но я помню, как я ездил в школу. Найдите кота. Ставьте видео на паузу, ищите, это несложно. Когда закончились аргументы в споре, я думаю, с этого можно вообще начать спор. Тебе что-то говорят, ты так просто язык вытаскиваешь и смотришь. Просто молча смотришь так, тупо. Иногда я резко начинаю беспокоиться о каких-то рандомных вещах. Типа я сижу и отдыхаю, и вдруг... Черт, где мое свидетельство о рождении? Владимир пишет. А ты тоже начал вспоминать, где твое свидетельство о рождении? Нет, я родился без свидетелей. У меня его нету. Вещи, которые отлично горят. Физика, география, русский язык, всемирная история. Физика, наверное, лучше всего горит. Я починил, говорит паук. Спасибо, помог. Может быть, нам еще дороги так заделаешь? Редкий вид. Учителя, которые не сдают домашку в первые дни учебы. А вы петицию устроите. Соберите подписи. Или забастовку там, не знаю, чтобы не сдавали в первые дни. В первые 200 дней учебы. Чтобы не сдавали домашку. Кто-то пишет, левая коронная теорема похоронная. Забыл дома наушники, а потом вспомнил, что работаю врачом. Кто-то пишет, наушников у него не было, а вот стетоскоп, блин, есть. Так он же врач, он все время с ним ходит, наверное. Ну, это типа стереотипы о врачах. Уважаемая нервная система, желаю тебе здоровья и терпения. В следующие 9-12 месяцев. Кто-то пишет, хотя бы эту недельку. А там два охранника сидят, смотрят друг на друга. Два охранника охраняют друг друга. Ну, чтобы их не украли. Найдите настоящего. Ну, по-моему, ничего сложного. Не будь таким, как все. Белый желток и желтый белок. Да. Это разрыв в пространстве образовался, и из параллельной вселенной сюда попала анти-яичница из антивещества. Сейчас они соединятся с обычной яичницей, и будет аннигиляция, мать ее! Когда родители спрашивают, как прошел первый учебный день. Как? Вообще глупый вопрос. Не надо спрашивать, просто оставьте в покое. Дайте просто уйти и сдохнуть. iPhone, Samsung, Nokia. Вообще в названии Nokia зашифровано крик «Кья». Ну это типа «Кья». И можно с таким криком ломать что угодно. Или нет, это имеется в виду Nokia. Типа «Не кричите, Кья», когда у вас падает ваш телефон.
Тот момент, когда кассирша дает тебе сдачу не в руки. Кто-то пишет, так еще и монетками, а ты тоже подойди ей и деньги кинь на пол. Типа, вот, вот вам оплата, забирайте. Размечталась. О, ты хочешь сделать мне предложение? Он такой, прикиньте, достает из ботинка кольцо. На самом деле, мечты сбываются. Уиху. Учеба, домашние дела. Я. Скуби-ду. Посмотрите, прикольно, похоже. Покажи, что ты умеешь писать. Я хочу домой. Первый день в школе, первое задание. Почему этот лысый не может сам помыть пол, как в рекламе, а все должна делать, как всегда, я? Алисхан пишет, потому что мистер Пропер Балабол ни хрена не моет пол. Удобная штука? Удобная, комары не кусают. Идти утром в куртке, потом весь день таскать ее в руках? Или немного померзнуть утром и ходить потом, как нормальный человек? Вот так дилемма. Четкий сосед. Двери фирмы Adidas. Что ж, друзья мои, если видео вам понравилось, если вы улыбнулись, то ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал, посмотрите мои другие видео. Нажмите на долбанный колокольчик, потому что видео выходят рандомно. Но я стараюсь делать их чаще, чем не часто. Да, вот так. Ну, короче, жмите колокольчик. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующих роликах. Уиху, пока-пока.